Здравствуйте, вы смотрите «Губернские новости». В студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в Воронеже и области. Первый этап наконец-то пройден. Строительство музея воздушно-десантных войск фактически завершено. Запущена процедура передачи объекта в областную собственность, рассказывают губернатору Александру Гусеву, приехавшему в Парк Победы, чтобы своими глазами увидеть, что сделано, и оценить то, что еще предстоит. Ко второму этапу, а именно дополнению экспозиции, здесь приступят в начале августа, сразу после Дня ВДВ. Сейчас в музее установлена лишь часть экспонатов, несколько макетов вертолетов, самолетов и уменьшенная копия боевой машины десанта. К работе полностью готовы и две интерактивные площадки, стенд «Зенитный комплекс» и симулятор прыжка с парашютом. Подобные тренажеры используются для подготовки курсантов в учебных центрах Министерства обороны. Реалистичность максимальная. Посетителям музея будет предложено испытать на себе все прелести десантирования с высоты 2000 метров из вертолета Ми-8. 2 августа здесь пройдет торжественная церемония для ветеранов крылатой пехоты. Их обещают привлечь к работе над финальным обликом экспозиции, чтобы посоветовали, что куда расставить, где расположить символику частей и подразделений ВДВ и так далее. Напомним, по плану, распахнуть свои двери этот музей должен был еще в августе 2023-го. Но подрядчик сорвал все сроки и был заменен. Впрочем, в долгострой объект, к счастью, все же не превратился. Консультации терапевта, стоматолог, дневной стационар, физиолечение. В селе Рогачевка Новоусманского района открылась новая амбулатория. Возвели объект в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения. Пациентов амбулатория начала принимать неделю назад, и они уже успели оценить разницу. Прежняя участковая больница, появившаяся 30 лет назад, уже не отвечала современным требованиям. К тому же она была слишком большой, содержать такую здесь нерентабельно. Так что улучшение и бытовых условий, и качество медицинского обслуживания ждали и жители, и сами врачи. Теперь в просторных светлых кабинетах новенькой Рогачевской амбулатории можно получить комплексное обследование на очень приличном оборудовании. Ну, вы знаете, была у нас больница, конечно, там очень, ну, и тесно, и неудобно все было. Сначала как-то не верили, думали, это все. А теперь... Конечно, когда мы сейчас посмотрели, очень хорошо, все прекрасно, можно сказать. Даже душа радуется, посмотришь на это, все новое, все чистое, все. Я благодарна, например, да мы все благодарны тем, кто это сделал. Наверное, будут оказываться более современные услуги, более качественные услуги населению. Поэтому население будет, наверное, более здоровое. Вообще само здание очень красивое. Кабинеты очень красивые, новое оборудование. Амбулаторию в Рогачевке начали возводить в 2022-м. Справились за полтора года. Причем в ходе строительства пришлось менять проект с типового на индивидуальный. Изначально предполагалось скопировать с аналогичного медучреждения Карачаево-Черкесии. Но климат и рельеф оказался слишком разным. Да и нормативная база успела поменяться. В результате стоимость объекта возросла почти в два раза. С 34,5 миллионов рублей до 69 миллионов из консолидированного бюджета. Сроки сдачи из-за доработок сместились, но в итоге здание получилось именно таким, как нужно. Пациенты сюда идут охотно, в том числе на диспансеризацию. У нас в общей сложности около 3700 человек. Обслуживаем мы совхоз Криловский, совхоз лекарственных трав, село Рогачевка, поселок Дружелюбие. Здесь можно прием врачей в общей практике ведется. Потом можно дневной стационар. Здесь могут пролечиться на дневном стационаре. Вот. Можно обследование пройти, клиническое обследование, вот, общий анализ крови, мочи, вот, биохимия крови, электрокардиографические исследования. Работаем с 8 до 14.30, вот, ну, проходит в среднем где-то 30 человек вот так вот в общей сложности. Когда мы закрыли участковую больницу и перепрофилировали ее в амбулаторию, там получилось 400 квадратных метров практически было заброшено. Ну и, естественно, требовался капитальный ремонт. И вот принято решение то здание передать в поселение, а вот эту амбулаторию открыть для людей и для наших сотрудников. Те населенные пункты, которые сюда прикреплены были, они остались же сюда прикреплены. То есть они просто, получается, наша не дополнительная амбулатория, а мы переехали из старого здания, переехали в новое. И эти же люди, ну тем более она получилась, реально получилась, ну 300 метров от старого здания. То есть людям даже особо привыкать не надо, они просто идут в новую амбулаторию 300 метров, но это, я считаю, не расстояние. Тем более
сделали асфальт. Тоже в этом году с участием администрации района сделан асфальт сюда. Прямо его не было здесь до этого здания. То есть, ну, как бы сделаны удобства. Еще планируется сделать в будущем стоянку для пациентов. Пока их 20, но это только начало. Баннеры с портретами участников специальной военной операции появились на территории воронежских парков. На «Динамо» экспозиция с изображениями героев земли Воронежской встречает посетителей прямо у главного входа. На одной из фотографий кавалер двух орденов мужества Алексей Никулин. Он заключил контракт с Минобороны в 2022 году, участвовал в боевых действиях на нескольких направлениях. Во время штурма опорного пункта противника был тяжело ранен, но после лечения и восстановления продолжил службу. Изображения Максима Воеводкина, Александра Колупаева, Егора Богданова, Александра Степаненко и еще больше дюжины наших земляков, отмеченных высокими государственными наградами, размещены также в парках «Орленок» и «Алые паруса». Следующий шаг – появление таких баннеров и в других видовых местах столицы Черноземья и в районах области. Герои спецоперации, они здесь, они рядом с нами. Это наши родственники, это наши соседи, друзья, это наши коллеги, это те, кто буквально находится рядом на расстоянии вытянутой руки. И они реальные, это настоящие мужики, это те люди, которые своей отвагой, самоотверженностью дают нам возможность здесь жить под мирным небом, растить детей, иметь планы на будущее и мечтать. И вот этим проектом, который мы назвали как «Герои Воронежской земли», мы хотим нашим ребятам, нашим землякам сказать большое спасибо, низкий поклон им за то, что вот сейчас, когда здесь мы живем мирной жизнью, они отстаивают интересы нашего Отечества. Грозные с виду, но такие чуткие к детям. Росгвардейцы устроили показательное выступление для ребят из детского лагеря «Юность». Мини-шоу приурочили к открытию третьей смены. Силовики продемонстрировали школьникам свою экипировку и боеприпасы. Причем все это ребята могли взять и посмотреть, ведь изделия охолощенные, то есть уже не боевые. Визит состоялся в рамках акции «Каникулы с Росгвардией». Ее цель – военно-патриотическое воспитание молодежи. Подробнее Анастасия Алексеева. С интересом наблюдают и с радостью пробуют сами. Передвижная мини-выставка от Росгвардии никого не оставила равнодушным. А за шансом попробовать себя в роли оператора квадрокоптера ребята становятся в очередь. Поднимай. Оп. Стоп. Вниз. От 7 до 17 лет. И интересно им всем. Росгвардейцы показали ребятам часть своего оснащения. Мины, гранаты, противоосколочный щит. Он, кстати, весит около полусотни килограммов. Бронежилеты и некоторые шлемы до 10. Однако воронежским подросткам все нипочем. Ну, довольно легенькое. А пробежать не сможете? Попрыгать? Ладно, попрыгать сможете? Вы отлично справились. Может быть, пойдете в структуру работать? Нет, я на программиста пойду. Если взрослых ребят больше интересовала экипировка, то вот малышей – боеприпасы. Мне запомнилась мина-лягушка. Почему? Ну, потому что когда солдат на нее наступает, то тогда она поднимается и взрывается. Я бы хотел, чтобы эти ребята еще к нам приехали. Мне экскурсия их понравилась. Экскурсия получилась интересная. Однако любимцем публики стал пес Ройл. Четырехлетняя овчарка продемонстрировала ребятам свои умения в поиске условных мин. Кстати, поучаствовать разрешили и ребятам. Спрятать коробок с бутафорским взрывчатым веществом мог любой желающий. В лагере почти 300 детей, а посмотреть выставку и попробовать своими руками экипировку и боеприпасы хотят все. Из-за жары мы развели потоки детей, разбили их на несколько групп, чтобы можно было провести такие показательные выступления, посмотреть. Очень хорошие наши друзья Росгвардии, которые приезжают ежегодно с показательными выступлениями. Дети в восторге. Да, дети в восторге. Но и сами росгвардейцы хвалят ребят. Ребят большой объем знаний имеют и очень часто задают очень интересные вопросы. Вот, где-то видят и читают литературу. Вот, очень много вот по инженерным боеприпасам их интересует, что за мины, что за гранаты и так далее. Вот сейчас популярно стало уже квадрокоптеры направление. Его везде показывают, соответственно, они это видят и тоже очень часто задают такие вопросы.
В этом лагере Росгвардия устраивает показательные выступления уже третий год подряд. И, как уверяют силовики, намерены приезжать сюда снова и снова. Рабочий экватор позади, а это отличный повод, чтобы встретиться и обсудить результаты первых 6 месяцев занятости молодежного совета при Воронежской городской думе. Полугодие оказалось насыщенным, всего было организовано и проведено более 10 различных мероприятий. Пожалуй, самое большое и яркое – международный фестиваль на площадке Лесотехнического университета. В нем приняли участие гости из 16 стран, а также руководство вуза и представители муниципального парламента. Планы на следующее полугодие молодые люди обсудили с депутатом Гордумы и Иваном Кандыбиным, после чего он ответил на интересующие ребят вопросы. Самой актуальной темой, как выяснилось, образование и востребованность тех или иных профессий на рынке труда. Впрочем, это далеко не все. Самый разный спектр вопросов их интересует, начиная от государственного устройства, заканчивая там, личной жизнью. Вот, поэтому, я не знаю, может быть, как-то звезды выстраиваются таким образом, что сегодня их интересует один спектр вопросов, а в другой раз какой-то другой. Безусловно, политическая жизнь, международная обстановка, внутренняя же экономика, все это молодежь интересует, потому что такое молодежь? Молодежь – это будущие люди, которые будут руководить нашей страной. Ну, мы поднимаем различные вопросы, которые созданы в регионе. Что касается общественного транспорта, городской политики, там, инфраструктуры, сферы образования, коммунальные службы. То есть все поднимаем эти вопросы, обсуждаем и уже транслируем в органы власти. Но еще впереди очень много проблем, которые предстоит решить молодежному совету и городской думе нашего региона. Жаркая встреча. За неделю до старта очередного сезона российской премьер-лиги Воронежский «Факел» провел открытую тренировку, в ходе которой поклонники клуба могли своими глазами наблюдать игру новобранцев. А таких в этом году немало, как, впрочем, и весьма ощутимых потерь. Ну а насколько огнеопасные готовы к предстоящим футбольным баталиям, выяснил наш корреспондент Евгений Жакот. Сталь закаляется в огне, а футболисты «Факела» на тренировках. Особенно на открытых. Ведь воронежские фанаты болеют так, что на поле становится по-настоящему жарко. Отчего и сердца игроков начинают гореть сине-белым пламенем. Факел! Факел! Посещение тренировочной базы любимого клуба поклонниками воронежского футбола воспринимается как долгожданная встреча после разлуки. Болельщики соскучились и по команде, и друг по другу, и, что главное, по самой игре. Футболисты на поле уже успели размяться, отработать передачи, ну а наше внимание сконцентрировано на новых приобретениях команды. В этом году «Факел» был очень активен на трансферы, а это всегда интересно болельщикам. В межсезонье расположение команды пополнили сразу 6 игроков. Среди них, например, 29-летний голландский полузащитник Дилан Мертенс. Причем он не единственный легионер. Еще в состав сине-белых вернулся алжирский латераль Мохамед Брахими, уже надевавший майку «Факела» в весеннем отрезке сезона 22-23. Всех ждем, всех очень рады видеть, на всех надеемся, всех поддерживаем. Конкретно кого-то выделять сейчас не будем перед сезоном. Посмотрим, будем болеть, смотреть, переживать. На поприще отечественных приобретений тоже есть чем похвастаться. К составу огнеопасных присоединились защитник Макс Дзиов, хавбек Максим Щетинин, а также форвард Владимир Ильин. Ну и, конечно, как не упомянуть одно из самых перспективных усилений, перешедшего из Алании нападающего Николая Георга Биани. Пол команды я уже знал до этого, многих ребят, и очень хорошо, поэтому было легче намного, чем приезжать в какой-то незнакомый город, незнакомую команду. Вот. Насчет города не могу сказать, потому что у нас сборы, по 2 тренировки, находимся на базе, поэтому пока что не смог посмотреть полностью город, но я думаю, посмотрю, еще время будет. Без потерь, увы, тоже не обошлось, причем довольно весомых. Помимо любимца публики Романа Акбашева, огнеопасных покинули Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Руслан Магаль и другие. Не нам, скажем так, судить, потому что кто-то, может быть, пошел на повышение в другие клубы, кто-то, я не готов об этом судить. Поэтому это выбор футболистов. Закончились и сроки аренды, в частности, у Николая Пояркова и Игоря Калинина. К радости болельщиков, последний покидал столицу Черноземья совсем ненадолго. Новое годовое соглашение уже заключено, а значит, Игорь продолжит защищать цвета команды самой активной поддержкой в России. Хоть на основном стадионе, хоть на тренировочной базе, а туман сектора газа быть обязан. Такая очень добрая традиция воронежских болельщиков. Солнечный огонь! Мама,
Финальным штрихом открытой тренировки стало общение футболистов с болельщиками. Игроки поблагодарили их за верность и даже подарили символические презенты. Сейчас такое взаимодействие особенно важно, говорят на трибунах. Все-таки грядущий сезон «Факел» проведет на новом стадионе, а значит, ему как никогда понадобится знаменитая воронежская поддержка. Выше плюс 30 градусов такая температура продержится в Воронежской области до конца следующей недели. Летняя жара из нашего региона пока уходить не намерена. Но сюрпризом это не стало. Такую погоду на этот месяц и прогнозировали синоптики. Самым знойным днем, говорят метеорологи, стало 3 июля. Столбики термометров показали 35 градусов, побив рекорд 1959 года. Тогда температура поднималась до 34. Жарче всего оказалось в Нововоронеже, там было плюс 37. Несмотря на то, что в регионе сейчас настоящее пекло, аномальным его назвать нельзя. Для сравнения, летом 2010-го доходило до 40 градусов. И, кстати, повторение этого тяжелого времени гидрометцентр пока не прогнозирует. Но и прохлады в ближайшее время тоже не будет. До 20-го где-то июля характер погоды у нас не изменится. То есть будет по-прежнему так жарко, в отдельные дни близко будет температура к 30, но поменьше. При таком характере погоды бывают только вот осадки ливневого характера. Набежало какое-то облачко, тучка, вылилось и снова солнышко. Вот такой характер. Но те осадки, которые принесли бы вот какую-то пользу, да, допустим, для сельского хозяйства, их, в принципе, до 20 числа не будет. Кроме того, из-за безоблачного неба сейчас сильное ультрафиолетовое излучение. Его индекс 7. Для понимания, безопасное значение – это 2. Поэтому при длительном пребывании на улице на кожу необходимо наносить крем с максимальным индексом SPF, то есть солнцезащитного фактора. Ликбез для журналистов провели в Воронежском театре кукол имени Вольховского. Цель – дать акулам пера и микрофона, почувствовать атмосферу закулисья и научить разбираться в деталях. Чем марионетка отличается от тантоморесок? И как вдохнуть жизнь в нечто, сделанное из бумаги, ткани, дерева и пластика, знает наш корреспондент Кристина Штерн. Это не акция по сбору помощи нуждающимся, а своего рода игра. Каждый из участников должен на время поделиться любой своей вещью. За один ход передвинуть можно лишь один предмет. Переставлять их нужно до тех пор, пока не сложится какая-либо композиция. Предметы могут рассказать о нас даже больше, чем мы сами. На сцене вещь несет за собой очень много тем. Да, это энергетика человека, которому она принадлежала. Это энергетика актера, который за ней стоит и как ты с ней работаешь. Да, вот мне очень нравится слово анимация, потому что обычно анимация воспринимается как некое такое развлечение в турецком отеле. Да? Но на самом деле анимация – это одушевление. Практическое занятие – часть проекта с говорящим названием «Театр кукол. Инструкция по применению». Нацелен он на тех, кто пишет и говорит о том, что происходит на подмостках. Поэтому среди участников – журналисты, блогеры, критики и гиды. В программе «Теория и практика», мастер-классы, лекции и просмотр спектаклей с последующим обсуждением. Мы пригласили двух ведущих экспертов в театре кукол. Это Анна Иванова-Брашинская из Санкт-Петербурга и Алексей Гончаренко из Москвы. Они рассказывают о театре кукол, о его специфике, какие-то вводные дают, об основах терминологии, о том, чем он отличается от драматического театра и других видов искусства. Конечно, специфика в театре кукол есть, и она требует погружения и осмысления. Не хочется, чтобы называли какими-нибудь там тростевую куклу. Куклы на палочке, марионетку, куклы на ниточке и так далее. Поэтому для участников решили провести ликбез по кукловождению. Для начала зарядка, но не обычная, а для рук. Ведь главный инструмент артиста театра кукол должен быть хорошо развит. Как и в балете, здесь есть несколько позиций. Первая позиция, потом вторая позиция и третья позиция. Ведущие Станислав Беляев и Софья Иголкина рассказывают подробно о всех системах кукол и нюансах работы с ними. Затем участникам мастер-класса предлагают в буквальном смысле прикоснуться к этому искусству. Провожу экскурсии, но вообще я по образованию журналист, и как раз первые статьи, еще которые нужны были для поступления, я писала про театры города Воронежа. Эта тема меня всегда интересовала, и сейчас гостям нашего города, жителям Воронежа, я всегда рассказываю о театрах. И как раз мой любимый театр в Воронеже – это театр кукол. Очень интересно вообще жизнь куклы, то, как это работает, как это движется, как актер вживается в куклу. Кстати, при обучении артисты тренируются на так называемом гапиде. Это своеобразный скелет тростевой куклы.
носик отвечает за взгляд куклы, допустим, посмотреть вниз, вот, направление носика, посмотреть на вас, вот, посмотреть на оператора, вот, посмотреть на того человека, кто управляет гопитом. Вот. И это все мы делаем, держим вот эту патронку, держим у нас в середине ладошки. Большой и указательный палец управляет за движением головы. Допустим, это все у нас происходит в третьей позиции за ширмой. Ширма составляет 1,70 м. Артисты учатся делать походку, держать голову и управлять тростями, как и участники мастер-класса. Далее идет работа над образом, поскольку актер идет от костюма и маски, то есть характера, который закладывает художник. А эта система кукол называется планшетной, так как существует на планшете, то есть на столе или любой другой поверхности. Управляется она достаточно просто. Есть два вот таких рычажочка. Один управляет телом, другой отвечает за голову. Попробую и я поуправлять куклой и, например, поздороваться, повзаимодействовать с другими персонажами. Яша, привет! Здравствуй, медвежонок! Ты где был? Я ходил на мастер-класс. Есть и более масштабные разновидности планшетных кукол с человеческий рост. Например, злая королева из спектакля «Белоснежка и семь гномов» Валерия Вольховского. Она паркетная и к тому же трюковая. Секретом. Нет на свете большей глупости, чем доброта! Весит кукла, ну, примерно где-то около 5-6. Ну, а за 20 минут она уже весит... чуть ли не 20. Да, руки встают, ну, ничего страшного. Мы же актеры, мы забываем про всю тяжесть, когда выходим на сцену, на площадку, поэтому не задумываемся об этом. Самый сложный в управлении по праву считается марионетка. Множество нитей, отвечающих за разные части туловища куклы, откликаются на микродвижение рук человека. Длина нити специально подгоняется под рост актера. Оп, вот он сел. Поднял голову на Кристину, мадам, вот, оп, сделал обратно и, допустим, пошел, так, увидел табуреточку, подошел, делает наклон и присаживается. Чем больше нитей у куклы, допустим, тем сложнее ей управлять. Есть даже вот те нити, которые отвечают за пятки куклы. За полтора часа артисты показали буквально все. От пальчиковой куклы и театра теней до тантоморесок. У них голова человека и кукольное туловище. И уличных представлений, и работы с маской. За 5 дней театрального погружения работники пера получили подробную инструкцию, как стать настоящими проводниками между сценой и зрительным залом. И пока это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи в эфире.